Здравствуйте. Здравствуйте. Я классный руководитель вашего сына Коли. Меня зовут Наталья Васильевна. Здравствуйте. А я вижу лицо знакомое, а там... Вы знаете, ваш сын ведет себя неподобающим образом. Говорит гадости. Ну, вот, например, я его спросила. У кого самые большие яйца? О. А вам это зачем знать? Мне это незачем. Дети должны знать. Вот тебе реформа образования. Интересный вопрос со звездочкой. Я бы никогда не догадался такое у детей спросить. Ну, вот, а знаете, что он ответил? Мне уже самому интересно. Он сказал, что самые большие яйца у слона. Вроде правильно все сказал. Ну вот, и вы туда же. Самые большие яйца у страуса. Да ладно! Так вот он почему взлететь не может.